Привет, друзья! Давным-давно, с самого начала, я сталкивал Юпитер с Сатурном. Сейчас, в этом новом ролике, я хочу столкнуть новые версии Юпитер-Сатурн. Так что вот у нас Сатурн будет у нас сталкиваться с Юпитером. Ну как, наоборот. Сейчас Юпитер влетит в Сатурн, его кольца и спутники. Потом Сатурн влетит в Юпитер. А с вами... Так вот установил я Юпитер. Начнется слияние планет. Сатурн, пожалуйста, показатели радиус 58232 километра. Юпитер, пожалуйста, показатель 69911 километров радиуса. И показатели обоих планет в диаметре, пожалуйста. Да, это два газовых гиганта, самые большие планеты Солнечной системы. Невероятные просто планеты, огромных просто диаметров, радиусов. Сейчас у нас Юпитер будет лететь постепенно к Сатурну и творить хаос на планете. Все, сейчас мы это увидим в другой, можно сказать, версии. Гравитация притяжения обоих планет просто невероятная. Что они сейчас будут с друг другом творить? Полный, короче, ужас. Прежде чем увидеть столкновение, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Смотрите, пояс Сатурна искоренился, гравитация притягивает. Во, вот здесь просто шикарно все смотрится. Какой след останется на обоих планет после столкновения? Невероятных два газовых гиганта. Температура растет на Сатурне. 3000 уже с лишним градусов, смотрите. Что у нас с Юпитером? Такой же исход. Температура просто под 4000 уже. Юпитер, можно сказать, поглощает Сатурн. Вау, все. Юпитер уничтожил Сатурн. Даже не моргнул. Пояс затягивает. Температура уже на Юпитере. Нет, кстати, упала. Радиус скочит. Воронки просто нереальные тут. Да, тут обычные скорости, обычные столкновения, без всяких мудрений. Вау, размотало просто газовую оболочку Юпитера, просто невероятно. Смотрите, какие пятна. Вау, все, пошло раскаливание Юпитера. Тут
тут спутники вон летают. Такой ужас у нас на Юпитере. Все сбилось, все просто орбита. Все позбивалось тут. Воссоединение произошло, можно сказать. Перейдем уже к другой, можно сказать, части. И уже там мы запустим Сатурн, Юпитер. Да, вот так вот стало с планеткой. Воронки огромные. Вот так я перешел к Юпитеру. Смотрите, самое огромное количество спутников. Столько ни у кого нету в Солнечной системе. Но теперь мы не будем тянуть. Я лишние тут полосы все убираю. Траектории движения тут. Берем Сатурн теперь наоборот. И запускаем наш Юпитер. И на этом мы и увидим исходы. Обычная скорость, ничего не менял. Можно, конечно, подкрутить скорости. Огромные скорости, скорости света, что-нибудь в таком роде запустить. Но это будет в следующий, может, раз. Вау. Газы просто тут остались. Невероятно. Невероятно. Температура, конечно же, взлетела. На Юпитере минус. Сейчас 3800 с лишним. Да, вот такие вышли исходы. Не забудьте про лайк. Буду снимать больше роликов, интересных роликов. Я вот так остужу, чтобы долго не ждать этот процесс. Вот так вот у нас вышло. А интересно будет, что будет, если Сатурн упадет со скоростью света на Юпитер. Вот так у нас на планете сейчас все творится. Просто ужасная планета теперь у нас Юпитер. Страшное просто размотало. Будем пока заканчивать. Увидимся уже скоро. Всем спасибо за просмотр. Всем здоровья, всем удачи. Всем пока. А у нас вот такой исход. А я погнал на другую планету.